Иди сюда. 25 августа 2019 год, Харьков. Саша Шевченко. Многие пытаются примерить на себя фамилию Рябина. 10:41 по Киеву. Так, подожди, а я ж где-то видел еще и... Леонида Быкова. Памятник Леониду Быкову. Где же он есть? Как-то так мимо него, мимо казака, киноконцертного зала проскочил. Был он у меня слева по борту. Опа, вон он. На 100% Быков. Сейчас подойду ближе. Да, как-то вот так жалуешься постоянно из года в год на то, что все время реконструкция, то в одной части сада, то во второй, то в третьей, пятой. Но потом смотришь на изменения и как-то жаловаться уже не хочется. Хочется дождаться, что ж там будет в следующих преобразованиях и новинках. Конечно, фонтан с обезьянками, это, по-моему, вещь совершенно кичевая, вон он. Где он? Вон он. Совершенно как-то выпадающий. Исполни себе годной реконструкции парка. На Сумской есть прямо возле зеркальной струи мурал на стене дома на торце. Портрет Леонида Быкова. Тоже и кадры из фильмов будут, тут одни старики. И вот теперь здесь еще и памятник появился. Загадочная цифра 1775, скорее всего, говорит о том, когда был сад основан. Других вариантов не вижу. 1775. О, а вот и нет. Вон у нас следующая цифра. 1854. Не может быть это годом посадки деревьев, елки-моталки. Не, они реально разные. Ты посмотри, я думаю, это просто... Да идите. Слушай, это реально, наверное, год
посадки деревьев. 1517 год. Как же ты вовремя продырчал, а? Мама родная. год, сейчас 2019, то бишь этому дереву 402 года. Вот это номер. Не может такого быть. Просто за пределы какой-то, 402 года. И посмотри, как молодцы. Ну ладно, находясь вблизи этого исполина, я поверю, что ему 400 лет. Матерь Божья. Лады. августа 2019 год, Харьков.